мимо острова Буяна за рулем красного Ниссана. Помните, я обещала вам эксклюзив? К единственным в России цепным мостам 19 века. Ощущения, конечно, невероятные. Идти по такому историческому месту. Какие порядки водились в родовом гнезде Пушкина? Прежде, чем брать тканевую салфетку, нужно было руки вытереть о хлеб. Экстрим с космическим расходом бензина. Я бы даже здесь написала: с ума сойти, как круто! А также марсианская закуска своими руками. Ждем. Выскальзывает. Это какая-то инопланетная форма жизни. Псков – великие луки. Два лучших дня по земле и по воздуху. Круиз-контроль. Совет на выходные. В субботу в 12:30 на телеканале «Звезда».